Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. Каждая женщина задается вопросом, возможно ли одеваться красиво в жаркую погоду? Конечно! В сегодняшнем выпуске я расскажу, как это сделать. Я рекомендую выбирать хлопок, шелк, лен или другие натуральные материалы. В чистом виде натуральная ткань нежная, а если в них есть небольшое количество синтетических волокон, то оно даже не будет садиться при стирке и ни в коем случае это не повлияет на качество материала. Выбирайте свободные фасоны, полуприлегающие или оверсайз. Создавайте воздушную прослойку между кожей и одеждой, и вам будет намного комфортнее. Телу будет намного удобнее в свободной рубашке, чем в облегающей футболке с узкими воротниками. Зрелым женщинам не рекомендуется носить короткие топы и шорты. Рекомендуется вместо топа надевать тунику или удлиненную рубашку длиной приблизительно до колена или ниже. А чтобы не было жарко, должны быть натуральные материалы, свободная посадка, светлая гамма и вырезы и разрезы для большего проветривания. В летнюю жару не забывайте про головные уборы. В этом сезоне актуальны соломенные шляпки. Вы можете их одевать не только на дневные прогулки в парке, но и на отпуске. Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!